А это новый мальчик? Я Азика пригласила потанцевать. Нормально, это дети пели, да? Да, дети пели, мы танцевали. Почему вдруг Азик начал... Много будет вспоминать. На самом деле. Интимная такая колорада. Ух ты. Пальчик не пришла? Да, 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 да. На концерт там прическа какая. У вас кто-то сел? Здравствуйте, дорогие телезрители. В эфире программа «Кто хочет стать милиционером?» Шутка, конечно, шутка. В эфире программа «Кто хочет спать с миллионером?» Я. И в студии я, ее ведущий Дмитрий Бедров. А вот теперь мы как раз и выбираем игрока. Кто хочет спать с миллионером? Я! Публика. Ну вот девушка первая подняла руку. Выходите, пожалуйста. Итак, напоминаю правила. Мужчинам нельзя. У вас есть 3 подсказки, звонок подруги, помощь Поляны и 2 раза по 50. А также 3 можно вычеркнуть. 3 несгораемых приза. Огнетушитель, сейф и 2-й том мертвых душ. Итак, сразу первый вопрос. На каком по счету апельсиннике мы сегодня присутствуем? Варианты ответа. Что такое апельсинник? 15 и хрен его знает. Ничего себе, первый вопрос. Обычно же легкие первые вопросы. Не, ну первое, что приходит в голову, что такое апельсинник. То есть я вообще вот просто не в теме абсолютно. Не, ну это слишком на поверхности. Блин, так. Второй ответ у меня, хрен его знает. Нет, здесь какой-то подвох. Я беру подсказку. Пожалуйста. Звонок подруге. Пожалуйста. И на первом вопросе сразу звонок подруге. Вы рискуете никогда не переспать с миллионером. Нет, я беру подсказку. Итак, кому звоним? А Марии Ивановне. Пожалуйста. Она в апельсинах разбирается вот так вообще. Она практически живет с апельсином. Но она вообще, вы знаете, она вот такая клевая, она замечательная. Она выглядит на 15, так, на 15 лет она выглядит. Это знак. Мой ответ 15. Вы уверены? Да. И это правильный ответ. Итак, поздравляю всех с очередным юбилеем. Вы слышите, запели бричму, и возгласы налей, налей, налей. И кто-то запустил бензопилу, а это значит снова юбилей. Медведев запустил бензопилу, а значит в апельсинах юбилей. Вы видите, поленница растет, и апельсины, как всегда, в дрова. И каждый, кто к полену подойдет, услышит нестандартные слова. Вы видите, разделись мужики, идти купаться в Невскую хотят. И женщины глядят из-под руки, на апельсины круглые глядят. И женщины глядят из-под руки. Вы поняли, куда они глядят? А мы рукой на прошлое прошло, а мы с надеждой будущее пусть. С друзьями нам по жизни повезло, а остальное купим как-нибудь. Мы будем дураками лет до 100, хотя смешон столетний дуралей. И на 100 лет калужского куста залезем на дурацкий мавзолей. И на 100 лет дурацкого куста залезем на калужский мавзолей. Итак, мы выиграли первый апельсин. Это грамотно. Где же нашли-то? Второй вопрос. Где Вусь красный? Куда ты уехала? Варианты ответа. Сью. Бью. Бразилью. Сью такой страны нет. Пью я лично не пью. Поэтому мой ответ – Бразилию. И это правильный ответ.
И уже второй апельсин в вашей авоське. А сейчас мы слушаем песню. На далекой Амазонке много диких бабуин. Там бразильские девчонки краше Дон и Магдалин. И не только в понедельник не идут у них дела, потому что их Хуанам глубоко по барабанам эти женские тела. Только, друг мой, Колька, нам не выпить столько, чтобы полюбили мы заморских баб. Мы же апельсины, нам милей осины, чем бразильский толстый баобаб. Солнышко лесное, все твои изгибы нежно обниму я крепкою рукой. Ты мне улыбнешься и за это спасибо скажешь. Ты сегодня никакой. Ближайшее Подмосковье, где папайя не растет, но шальное поголовье собирается на слет. Мы по паспорту не дети, нам уже не 33. Больше места нет в куплете, но за словом мы в ответе. И смеемся без причины, это признак дурачины. Протрезвеем на рассвете и с тобою вместе встретим день рождения, Дарина. Пьяницы, балбесы, клуб по интересам. Кто-то без гитары, кто-то не поет. На опушке леса лечится от стресса кое-чем, а кое-кто не пьет. Клевые палатки и дрова в раскладке, с нашим командиром не приходится тужить. Это значит, братцы, рано расслабляться. Это значит, будем дальше жить. Итак, следующий вопрос и первая несгораемая сумма. И это вовсе не огнетушитель, как я сказал в начале, а килограмм апельсинов. У вас аллергии нет? У меня аллергия только на деньги. Я как увижу, прям все тихо. Хорошо. Тогда вопрос. Чем бродить друзьям по белу свету? Ответ. Кто такая Света? Пешком. Лыжами. Света, Света, Светлана. Герасименко? Нет. Светлана Медведева? Нет, про политику нет. Тут вляпаешься с вами? Нет. Так, пешком. Пешком давно не ходит. Мой ответ — лыжами! И это правильный ответ! Сладкий миг, когда старик потянет первую струну и скажет хору: ну-ка, хор, давай про лыжи. А хор глядит на старика и сомневается слегка, что надо петь минореля, а не пониже. Про лыжи не споет нам Коля Басков, и Витас не споет про лыжи басом. А мы минореля не изменяем, поскольку КСПшник не вменяем. Рассказать вам не могу, как много песен про тайгу, про осень в тундре и про летний день в Париже. Над каждой задирал перо один из бардов-мастеров, а нам плевать на мастеров, мы любим лыжи. Нам дело не до пафосной эстрады, и пусть без нас скучают хит-парады, и гей-парады пусть скучают тоже. Мы поступиться принципом не можем. Как хорошо, о боже мой, из леса привезти домой банальный насморк, а не паховую грыжу. Достать закуску и вино, включить любимое кино, где пастор шлак придет в Швейцарию на лыжах. А если после всяких безобразий нас посетит зеленый гуманоид, мы ради укрепления внешних связей споем ему про солнышко лесное. Мы ради укрепления наших связей сейчас поим по солнышко лесное. Не надо, просто. Итак, усложняем задачу. Чтобы заработать следующий килограмм, вам придется ответить сразу на два вопроса. Хочешь переспать?
первый. Девочки, чтобы заработать следующий килограмм, мне достаточно просто сегодня поужинать на костре апельсинов. Итак, первый вопрос. Как прекрасен этот мир? Варианты ответа. Лежа, сидя и стоя. Да вы нахал. Ну, предположим, лежа. И это правильный ответ. Хотя и сидя тоже ничего. Итак, второй вопрос. Жили у бабуси и варианты ответа. Два веселых гуся, три гастарбайтера и 15 квартирьер. Вот это сложно на самом деле. Нет, ну гуси нет. В квартире гуси, вы же понимаете, да? Трое гастарбайтеров. Ну, маловато вообще, смотря какая бабуля, но... Нет, стоп, стоп. Квартира, квартирьеры. Мой ответ – 15 квартирьеров. И это ваш окончательный ответ? Да! Ну ладно. Итак, это правильный ответ. Апельсины где? Апельсины! Зажжал! А килограмм обещал! Бобровые штаны, гордость квартирьера, на все стороны равны жопы из махера. Можно спрятать в карманы даже символ веры. Пифагоровы штаны носят квартирьеры, пифагоровы штаны носят квартирьеры. Квартирьерские тела, нет живого места, им родная мать пила, а бревно невеста. Если ж выползет к костру пьяная мегера, правила буравчика вспомнят квартирьеры, правила буравчика вспомнят квартирьеры. Выпивали не спеша, вышло некрасиво. Два стакана портвиша повстречались с пивом. Чтоб здоровье сохранить, соблюдайте меру. Капли Менделеева пейте, квартирьеры. Капли Менделеева пейте, 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 квартирьеры. На здоровье! Итак, следующий вопрос музыкальный. Маэстро, музычку. Итак, кто написал эту песню? Варианты ответа. Кто-то Кутунья, Олег Митяев, Азик. Я не знаю. У вас есть еще подсказка. 2 по 50. Да я не пью. Эх, жизнь потрепала. Ну тогда помощь Поляне. А вот вы-то, видать, себе позволяете. Ну как поляна может помочь? Это ж трава. А на траве дрова. Так, значит так, думаем. Так, тихо, думаем. Буш попсу на гитаре не играет. Ну как попсу на гитаре играть? Боем? Нет, я не могу. Ты можешь, ты сыграй. Нет, нет, Буш попсу на гитаре не играет. Кто-то же Кутунья, блин, Митяев. Кто такой, вообще не знаю. Азик. В принципе, Азик — это вариант. Он на Маринке такие мелодии исполняет. Мой ответ — Азик. Это правильный ответ. Опа-на, Азик. Вон он. Пожалуйста. Главное же, наверное. Вечер бродит по лесным дорожкам. Посидим давай еще немножко. С друзьями вместе у костра и под гитару до утра мы будем петь канцоны. Наши песни под стаканчик граппы распевает даже римский папа. А в глубине сибирских руд, где даже птицы не поют, поет братва на зоне. В этих песнях французские бабы отдаются среди баобабов и сердце ловит 9 граммов свинца. Изгиб гитары желтой ты обнимаешь нежно. Струна осколком эхо вдруг пронзит тугую высь. Качнется купол неба, большой звездно-снежный. Как здорово, что все мы собрались сегодня. Апельсин.
Сидят, контролер. Итак, следующий вопрос. Вы все еще хотите спать с миллионером? Варианты ответа. Я хочу спать. У меня бессонница. И покажите мне этого миллионера. Кстати, покажите миллионера. Это правильный ответ. А вот еще пока не миллионер. Оп! Уже миллионер! Только что на ваших глазах Андрей Леонидович убил на себе миллионного комара! Поздравляю! И это правильный ответ. Там, там, тайди-дам, та-та-та-та-та-дам, та-рам-пам. На песенно-гитарной процедуре я мысленно читал свои стихи. Но дуру бескультурную в натуре пробила на хихи. Она, мол, не видела кумира мира. Я был для ней кирпичная стена. Лишь вы меня заметили, Глафира, хоть жаждали кефира с бодуна. Там, там, тай-та-дам. В общем-то, зеленый молодой народ. На перебор морали, вы в лес меня позвали и показали ногу барсучка. Изысканная дама, бутылочку Агдама открыли, как бантам, ударом каблучка. Вы хватали глаши, грудь колыкалась ваша, подмерная, картавая, ку-ку. А я потел робея, вы были точно фея, душистее шалфея в собственном соку. Там, там, тай-ти-дам, трабушка-мурабушка зелененькая. Стеснительно вы сдвинули коленки к стенке, но обнажили линию бедра. Мы грезили всю ночь на тонкой пенке под вопли костра. А утром я уехал за шампанским дамским, чтоб сделать вам на брак облизьем. Но злой патруль на станции Таганской, и вот он, батальон. Там, там, тай-ти-дам, десятый наш десантный батальон. Там, там, тай-ти-дам, эй, давай закурим, товарищ мой. А сейчас два вопроса на выбор. Вопрос первый. Какую песню спеть тебе, родная? Варианты ответа. Колорадо, Канзас, спи уже, скоро июль. И второй вопрос. А где мне взять такую песню? Варианты ответа. В Колораде, в Канзасе. И третий вариант. Ты еще, зараза, не спишь? Простите, можно свой вариант ответа? Обо всем сразу! Это не вопрос, это правильный ответ! Три танкиста, три веселых друга, где же ваши танки? Наши танки, пробки на Таганке, ждут эвакуатор. Выходила на берег Катюша, в доме нету душа. Выходила, песню заводила, лучше б ноги мыла. Черный ворон, что же ты не бьешься над альпийской галкой? Я не вьюся, просто стать боюся уткой по-пекински. Людвиг Вану по ночам не спится, пишет он сонату. Пишет, пишет, ни хрена не слышит, вышла Марсельеза. Синий, синий, чубчик, куча
дырявый, где же твой апостроф? Твой апостроф загляденье просто, если есть виагра. Апельсины, мастера культуры, где же ваша сила? Наша сила там же, где и шила, сила там же, где и шила, так и прет оттуда. Итак, откуда прет, про то и следующий вопрос. Какой орган человеческого тела увеличивается в 15 раз? Варианты ответа. То, о чем все подумали. О чем никто даже не подумал. И третий вариант ответа неожидан. Ну, то, о чем все подумали, увеличивается всего в 1.5 раза. Полтора? Ну, 2.5. Вообще-то, похоже на зрачок, о котором никто не подумал. Но мне ближе третий вариант ответа. Люблю, знаете, неожиданности на свою. И это правильный ответ. Что же это такое, не томите? Саша, на свою, подсказку, на свою. Подсказку потерял. Ну не жопу же в 15 раз. С возрастом бывает. На персик похожа. Не держится очень недолго вода. Ей чувствует лучше, чем сердцем и кожей. Ей не можно засесть глубоко и надолго, порой на года. Навсегда в нее набиваются и попадают. Желают здоровья, когда Новый год. Куриный самец в нее клюнет. Бывает, и шило спокойно ей жить не дает. Она издает нецензурные звуки. У всех африканцев в ней очень темно. Растут из нее ноги, уши и руки. Сверкает она в голливудском кино и в российском кино. Не смешно. Никто не видал этой штуки в сиропе. Но каждый лизнул для карьеры своей. Миллионы людей проживают в Европе. А мы только в ней, только в ней, только в ней. Ты радуешься? Миллионы людей проживают в Европе. А мы, как всегда, вечно в ней, вечно в ней. Ну неужели 15 раз? Спасибо, угадал, ты знал. Итак, следующий вопрос. Что происходит на свете? От рождения. Варианты ответа. Кто такая Света? Просто зима. И третий вариант ответа – бардак. Нет, ну какая зима? Июнь. Света, опять Света. Нет. Опять политика. Нет, только не политики. Слушайте, у нас в лесу всегда бардак. Мой вариант ответа – бардак. Уверены? Да. Это правильный ответ. Алкосельца, просто аспирин. Принесите лучше водки, мы себя взбодрим. На дорожку, за Калугу, за друзей, друзья. Эй, садись за руль, подруга, мне туда нельзя. Ведь помятый облик грустный
голове язык невкусный и слюна густа. И не то, чтоб очень пьяный, но на выезде с поляны ждут менты в кустах. Воскресенье на Калуге стоны тут и там. Собирают честь и совесть девки по кустам. Лег на полкило гороха неуместный брют, и влюбленных распугает утренний салют. Обними покрепче тетку, выдай ей зубную щетку, ценный атрибут. Долг супружеский исполнить было б можно, если вспомнить, как ее зовут. Две гитары, три аккорда, простенький мотив. И опять от песен прется дружный коллектив. Грабли те же, зубы реже, на макушке ноль. Над ремнем висит громадный трудовой бемоль. Мы в душе еще щенята, только карточка помята в некоторых местах. Ждет нас катятся полога, ждет нас дальняя дорога и менты в кустах. Годы катятся полога, ждет нас дальняя дорога. Еще один апельсин! Держать-то! Своя ноша не тянет. Итак, у вас в авоське уже практически все апельсины. Столько, сколько и даже не сосчитаешь. Но не забываем, что для того, чтобы быть в апельсинах, нужно, чтобы апельсин был в тебе. Вот. И поэтому последний вопрос. Когда мы были молодые, варианты ответов. Апельсины по осени считают. Когда апельсин на горе свистнет? Третий ответ – всегда. Да тут и думать нечего. Вы на себя в зеркало давно смотрели. Апельсинами вы были, апельсинами и будем. Наша политическая апельсиновая кредо – всегда! Это правильный ответ? Это правильный ответ? От этих струн, от мозолей, от этой водки нас уже тошнит. Запеты песни все до боли, но нас Калуга все еще манит. Такая нам досталась доля, и наш костер по-прежнему горит. Пускай ты зря тащил палатку, пускай к утру ты будешь как бревно, пускай слова текут не гладко, милей Калуги нету все равно, хоть апельсинам быть не сладко, но сухофруктам полное нам никуда от вас не деться. Со всей Калугой хочется дружить, ведь у нее большое сердце. Спасибо, сердце, что ты умеешь так юбилейный апельсинник объявляется открытым. Ура! А сейчас просим Михаила Кролля. Достался уже. Да, мы не поняли концовку. И тут обманули. Значит, всегда вот женщины оставались загадкой. Сколько лет над этим вопросом бью, понять не могу. Вчера был свидетелем безобразной сцены, когда две девушки, объединившись, начали заклевывать
третью. Сегодня эти же почти девушки начали заклевывать грудь своей подруги по вчерашнему безобразию. То есть Пушковы исклевали всю грудь просто в клочья. Кто? Да не ну, надо, не будем показывать пальцем, тебе же уже ответили. Вот. Мне я понял единственное что, что в нужный момент женщины могут обниться и заклевать или расклевать кого угодно. Вот я сейчас хочу провести такой тест. Я задам вопрос, а все женщины должны хором на него ответить. Если хоть одна ответит неправильно, не в такт, ответ не засчитан. Нет. Вопрос я задам одной женщине, а отвечать должны все хором. Леночка, можно тебе на минутку? Да, уже отвечает. Подсказывай. Уже отвечает, да? Леночка уже все выдрессирована. Бедная Леночка. Почему ты дрессированная? Пожалуйста. Леночка. Миша, отойди назад. Нет, пусть на солнце. Нет, не так. Вот если бы правильно. Леночка. Ух ты. О, хочешь ли ты? Я тебя очень люблю. И предлагаю тебе руку и сердце. Вопрос. Хочешь ли ты стать моей женой? Отвечайте. Офигеть. Офигеть. Она не отвечает. Да. Я не слышу. Да. И по старой калужской традиции суженой вручается некий символ того, что это не Динамо. Ну, по крайней мере, символ останется у нее. Ура! Что мне надо делать? Надень! Ты в студии! Громко. Нет, поставь обратно. Какие два? Все. Ленка. Какие? Вы никто же не знаете. У тебя два вопроса какие-то. Руку не дам. Пока на левую, я так понимаю. Ленка, одевай. Ленка, одевай давай. Пальчик давай. Какой больше нравится? Да какой? Какой не дам. Все. Горько! Ай, молодцы! Леночка, поздравляю! Тихо, молодец! Ура! 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 Спасибо! Ура! А как же это красиво? Маш! Мы пошли туда. Да, уж нет. Да, уж нет. Руси! Утром вставай, речь убивайся, ему отдавай, а себе... Русик, что ты скажешь? Ничего. Старые раны. Есть салфетки? А? Есть салфетки? Салфетки? А хрен его знает. Вот, есть? Ты грязный, что ли? Мир без войны. Ой-ой-ой. Я сюда и мы. Все усталые страны. Кто мне простит? Нету пути. Мне войны.
век не войти в эти старые храмы. Доброе дело хотел сделать, да? Да, нет. Нет, ни семей, нет, ни семей, нет, ни кровли своей. Любит талант белый шамар, честный любит города. Сейчас пою. Какое мне дело на земле вас? Бразилии моей, на кой забить.